Калязинский краеведческий музей отметил свой столетний юбилей. В честь торжественной даты в стенах Дома культуры прошла конференция «Дорога длиною в век». В зале собрались краеведы, ученые, сотрудники музея, священнослужители, которые вспомнили различные этапы становления музея. Подробности далее. Калязинский краеведческий музей был основан в 1920 году. Его бессменным руководителем на протяжении 52 лет был Иван Федорович Никольский. Он стал спасителем большинства реликвий и святынь, разрушенного при затоплении Троицкого Макарьевского монастыря. За свою вековую историю музей пережил разные периоды истории. Однако год за годом фонды музея пополнялись различными уникальными экспонатами. А с 1977 года Калязинский музей входит в состав Тверского объединенного музея. Каждый музей имеет возможность отметить столетие. Мы, как главное объединение, не можем сказать, что этот музей, безусловно, является одним из наиболее активных нашего объединения, потому как мы это можем судить даже по количеству людей, которые присутствуют сегодня в этом зале, несмотря на все условности и ограничения, которые сейчас в нашей стране существуют. На протяжении всей истории музея сотрудники стараются поддерживать дружеские отношения с другими выставочными центрами нашей страны. Так, в сентябре этого года в Государственном музее архитектуры имени Щусева в Москве открылась экспозиция, посвященная спасенным фрескам Троицкого Калязинского монастыря. Музей в современной России – это одно из тех, как вместе с церковью, это одно из тех мест, где не просто хранится память, а где во многом формируется будущее. Потому что, как сказал один из моих предшественников на моем посту, Давид Саркисян сказал, что музей – это место, где умные люди хранят прошлое, а деятельные формируют будущее. И это абсолютная правда. И Калязин – одно из самых потрясающих, невероятных мест России с очень трагической, очень сложной историей. Во время торжественного мероприятия к юбилею музея состоялась презентация нового краеведческого издания, подготовленного в рамках молодежного проекта «По пути времени». Это двухтомный труд «Калязинские монастыри и храмы». Также во время мероприятия преподаватель ИСТФАКа ВГУ Галина Гадалова представила недавно вышедшую в свет монографию преподобный Макарий Калязинский. Вошла диссертация. Это исследование памятников, посвященных преподобному. Это вторая часть «Жития, служба». Сказания об обретении мощей, сказания о чудесах, слово похвальное, молитва святому. И в конце эти все памятники опубликованы. Сейчас Калязинский музей является не просто хранителем уникальной старины, но и культурным центром, организатором выставок и встреч, конференций и чтений. А в ближайшее время планируется, что музей переедет из помещений Богоявленского храма в бывший купеческий особняк в историческом центре города.